Житель Новокуйбышевска Андрей Педоненко удивился, когда ему позвонили из компании «Энергосбыт Плюс» и поздравили с выигрышем. Условия участия в розыгрыше были простыми – переход на электронные квитанции и отсутствие задолженности. Победителя выбрали с помощью генератора случайных чисел. Андрей говорит, теперь будет платить за тепло с новенького смартфона. Перешел на электронные квитанции. Получается, от бумажных отказался, а так удобней. Ничего не надо ждать. Телефон открыл, смотрел, получил, оплатил. Акция компании «Офис в кармане» стартовала с 1 мая и завершилась 30 сентября. В ней приняли участие 34 тысячи жителей Самарской области. Сделав выбор в пользу электронной квитанции, они повысили защиту своих персональных данных и внесли вклад в сохранение окружающей среды. Мы активно развиваем как электронную квитанцию, так и личные кабинеты. Для юридических лиц у нас действует электронный документооборот, также личный кабинет. Поэтому призываем всех наших клиентов активно пользоваться нашими электронными сервисами. Итоги первого этапа акции были подведены в июле. Трое жителей Самары получили смартфоны. Сегодня ценный приз достался жителю Новокуйбышевска. Совсем скоро смартфоны получат жители Тольятти и Сызрани. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.